Все мое почтение, друзья, и сегодня, 3 мая 2022 года, по всей Украине прошли обстрелы российскими ракетами, начиная от Львова, заканчивая Киевской областью и тому подобное. Более того, за все время с начала военных действий 24 февраля в первый раз сегодня подверглась обстрелу Закарпатская область. Рашисты обстреляли Закарпатскую область. И вот в связи с этим хотел бы пожелать украинскому народу, всем украинцам по всей Украине, Божьей помощи и как можно с меньшими потерями пережить вот эти все трудные времена, которые выпали на нашу судьбу. И чтобы Украина выстояла, и мы были живы и здоровы, а враги наши, чтобы от этих ракет сами, так сказать, отправлялись на тот свет. Слава Украине и победы нам!